Аня. Нет. Пошли. Так, построились, пошли. Так, построились. Да. Мы что, прям один за одним или один в эти, другой? Идем, ребят, не торопимся. Главное, спокойно, без нервов. Меня контролируй, когда я просочу сюда. Вот так. Он должен был уйти, короче, они слушают. А, Борис, смотри. Я его просто не могу понять, как тебе недавно. Лучше твои. Да, по почкам не прошел. Беда, блядь. О, Дим, ты не слышал сунтин историю, как ты. Борис Мазарев, Борис Мазарев, быстро попросил. Сейчас после того, как у Гюнтера открыли перфект рыб, блядь, аллергия. Принято. Не торопимся, спокойно, без нервов. Готовы? Пошли! Сука! Давай, 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 давай! Блять! Вышел. Паша, давай! Ага. Стоп. Ну. Готов? Давай, блять! Ух, ё! Видел? Первый номер. Стоп, стоп. Давай, давай, иди, иди. Команду ждем. Пошли. Камеру потерял. Есть. Есть. Все? Пошли! Пошел, 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 Вить! На страховке! Вижу команду на огонь, да. Принял. Мы ждем на позиции. Принял, принял. Ждите команду от альпиниста. Есть, держу. Готов? Команду давай. Готов. Готов!
Антон, давай, 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 давай. Выконтровывайся. Давай, 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 пошел. Выконтровывайся. Выходи у меня, блин. Сейчас достреляю. Есть. Пошли. Фонарь. Кацель! Чисто! Ждем! Я поторопился, скажите. Свои! К стенке. Дай досмотрим еще раз. Чисто! Да! Паша, сзади проверил? Нет. Пошли, пошли, пошли. Дима, работай. Чисто. Чисто. Все, пошли. Все, к стене, к стене, к стене. Построились. Витя, готов? Готов. Пошел. Чисто. Цель, чищу. Чисто! Пистолет! Переходим на пистолет! Борисович, чисто! Готовы! Готовы! Лево ушел! Право ушел! Чисто! Добивай! Добивай! Чисто! Паша, за мной! Чисто! 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 Блин, проверили! Что тут? Тренчик оторвался. Проверяй! Цель! Чисто! Чисто! Чисто, чисто! Стволы долой! А вы на предохранитель все! Есть! Стволы к стене! Сюда! Я пошел первый, Миша! Да. Да, начинай, аккуратно. Дим, я второй. Стволы! Подожди, а дальше? Чиж, принимай на меня, на плечи. Давай, давай, давай. Давай. Есть! Справа, давай. Держи. Отлично. Еще один. Все стволы? Стволы, все. Миш, прикрывай. Нормально, ничего. Сентируй, Дима. Есть. Группа к бою! Пошли! Назад сюда! Там же! Раненого вижу! Плечо! Так! Ранение! Плечо! Нет! Плечо! Нога! Жгут! Турникет у меня! Рука! Накладывай! Носилки, носилки, носилки. Работай, Паша! Руку накладываю! Лети! Я вышел! Стой! Носилки снимай! Вдыхается, вдыхается, пена изо рта идет. Есть, носилки! Каток носилки! Дыхание тяжелое! Дыхание тяжелое! Жилет! Это не жилет снимай! Нет, носилки здесь! Готово! Пистолет в кобуре! Бля, очки заботили, не вижу ничего. Давай, жгут. На ногу наложи, я руку накладываю. Все, понял. В груди пена идет, изо рта пена идет. Изо рта? Право. Так. Переворачивай на бок. На живот уклади. На бок, на живот не клади. Давай, жми. На живот надо. Блядь. Паша, время, Паша, затягивай. Сильно не затягивай. Понял. Блин, блин. Сейчас. На бок его еще. На бок разверни. Свет, бин. Бин. Открыл, вытаскивай. Сука. Тихо, тихо, не затягивай сильно. Обозначь, не затягивай. Вижу. Рука готова.
Ключо ранение. Легкое, не задето, перевязочное. Пена изо рта идет. Пена изо рта, значит, задета. Дыхательные пути прочисть. Фонарь дай. Фонарь. Нет, стой. Фонарь грязный. Давай, у тебя пена изо рта, ты язык проглотишь. Чистый. Тихо. Ага, тогда выплевывай. Ничего в рот не надо дыхать, Павел. Оставь, не надо дыхать. Перебинтовать надо его вообще. Бинтуй. Паш, время сколько? Бля, вдруг легко. Бумажку надо для этого. Запись. Время. Маркер. Время. Сколько времени еще раз? Без 25 минут час. Так, 12:35. Готово? Задыхается ранее. Задыхается? Блядь. Тяжелее, тяжелее дышать. Выносите. Давай, может, это искусственное? Не буду я делать. Нет, давай искусственное не буду. Сколько там его обматывать надо? Что-то как-то хуёво обматывается. Завязывай. Давай его приподними чуть. Так, ну может, что на этом самом? На груди есть ранение? Mm-hmm. Осматриваю. Сзади. На спине ранение есть? Не было. Организатор, что там? На спине есть ранение? Смотри сам. Ну я что-то признаков не вижу. Под жилетом. Что, выносим? Давай. На носилки. Ногами вперед не выносите. Ага. Стволы разобрали. Фонарь. Фонарь здесь. Что, давай? Стволы забрали все? Да. Давай, взяли. Что подожди. Стоп. Фонарь мой у тебя, Дима? Нет. Нет. Стой, не взял. Разворачивай. Вперед давай. Пошел. Пошли. Выносим. Лев. Давай. Быстрее, ускорились. Подожди. Неудобно. Быстрее, быстрее. Дощели. Нормально, парни. Давай! Рванули! Кладем. Аккуратно. Заподозрили, что этот самый? Но ранение в руку. Между сердцем и ранением. Ну, не ножи, уже хорошо. Пост. Тебе командир нужен? Не буду, ну ладно. Я тебя его заберу тогда. Командир, уйди. Ну, все, может, будет. Так, еще вопрос. Давай сразу. Ну да, да, да. Ребят, вы автомат забыли. Почему? Мы его оставили. Где мы его забыли? На стрелковом рубеже. Блядь, мы дождались, пока все войдут. Я понял. В здание. Автомат забыли. Блять. Пойдемте, покажу мишени. Все, автомат тоже забыли. Ваня! Надо Антона цеплять и просто решать, как это квалифицировать. Давай, давай, давай. Че там? То, что? Ну, в принципе, в здании 70. Антона цеплять и решать, как это квалифицировать. Не понял. Антона. Цеплять и решать, как это квалифицировать. Я, в принципе, ответил, как потерю снаряжение. Что-то вроде как не выпало из рук. Ну да, мы его хотели подобрать, но это, в суете, да. То есть мы заранее говорили, Варя, понимаешь? Две, второй этаж, да? На альпинизме тоже. Промахи, да? Да я покажу сейчас. Конечно, да я верю, в принципе. Дай мне этот, бумажки отклеить. Ага. Пойдем, они все дома. Вань, спустись, потом я покажу, который у меня здесь не прострелил. Ага. Попадание есть? А, ну значит, дай посмотрим, ну, что там. Решаю,
кажется, очень сильно заметно то, что у вас вся команда из одного места сейчас. Так, в плане? Ну, у вас же сейчас не сборная. Сборная. Сборная? Ага. Так, два, вот я, собственно. Вообще не, не вопрос, верю, все нормально. Нет, я просто показываю порядок действий. Да, конечно. Так, здесь все. Варя, на лестницу, цопца В. Что там еще? Ага. Покажи, что у тебя внизу. А, пошли. Пойдем. Я не знаю. Вон, нет? Смотри. Да нет, это конкретно. Ну я в нее стрелял, шар прилетел вот сюда где-то. Это моя. И вот какой-то. Нет, это на монастырь. Ну короче говоря, шар у меня прилетал сюда. Может быть, с грингазом так вышло. Пацаны, как решите? Ну что? Мне кажется, здесь нет попадания. Выше, возможно, ты попал. Нет. Ну я шар видел. Просто как бы. Как-то. Да это вот здесь, понимаешь, здесь херня такая, что такие царапины на непостоянность. Ну как бы, Борис, смотри, я считаю, что здесь нет попадания. Ну нет, так нет, парни. Можем еще кого-нибудь позвать, так судить. Нет, парни, как бы, как скажете, все. Так, срывай на эти. Так, ты еще не срывай. Да, я понял. Прежде чем новые. Да, ну так сказал, предварительно не самый плохой вариант за результат. У вас по времени. На самом деле. Борис, ниже. Даже я очки. В принципе, сейчас все достаточно бодрее. Да. Ну, уже просто знают. Здесь тоже мишень пропустили. Где? Ну, это, да, это, она идет отдельно, она идет в медицинском этапе. Ебать. Но она просматривается. Первый этап, нет, она, первый этап. Ну, я имею в виду именно в медицинской. Его же кто-то подстрелил. Да. То есть, да, это как бы... Все, окей, парни, много проблем. Ты ее записал, да, себе там? Да. Все, раз, все, два, три, четыре, хорошо. Оружие, угу. Оружие нам вернули, да? Да. Все. Так, парни, значит, предварительно такой результат сейчас по мишеням. У нас, у тебя два пустых не пробиты. Ну, как бы я понимаю, неудобно стрелять, у тебя авария была. Да? В смысле? У меня патроны закончились, да. Я менял потом магазин. Вот, ты там не дострелил две. Вот, мы, по-моему, кто-то из наших, кто работал по мишеням, по вторым, не попал в красный квадрат вот на этой стене. То есть на этом секторе. Кто там? Прямо пошел, да. Мы все освободились, маркеры забрали. Да, у меня маркер внутри. Тогда на вторичку? Да. У меня глок ее взял. На месте. Чего ж ты не сказал, что у тебя авария? Я не понял, он хлоп. Чего ты не сказал, что авария, Паш? Я не видел, что он не выстрелил. Выстрел, ну... А ты видел попадание? Я же сказал, контролируйте попадание, парни. Проеб. Дальше. Это жестко, да, будем? Дальше. Проеб наш. Когда мы зашли, там была еще одна мишень, где раненый лежал. Это уже вот на... Да, в углу. А вы без контроля, без никуда? Ну, мы залетели, сразу к нему ломанулись. А, молодцы. Распиздяй, ладно? Я бы на месте оргутом вчера стяжку поставил. Фу, блядь. Ладно. Окей. Не, ну в принципе, ну, у нас время неплохое получилось, по-моему. Ну, в общем, да, бодренько прошли тут. Вот, проеб с автоматом. Ага. Ну, это, как бы, видимо, от недостатка указания. Да, мы просто это, просто я должен был подхватить, а ты его не передал, ты его бросил там на этапе, вот, короче. Не я? Да. А я поставил, где-то... Паша прибежал и сказал, вот, и стартанул его. Ага. Вот, а надо было вот и в руки мне отдать. Мы же договорились, что я должен был брать. Я за тобой шел. Так, когда вы на втором этапе? Сейчас, ждем команды. Да заряжаемся. Нормально?